Черт, не забираются. Снайпера убил. Чувака, который Чарли забирал, тоже убил. И вот этого парня тоже убил, который подошел. Еще кто-то на Чарли. Наверное, что-то подходит. Тот же самый вроде бы. Еще к Чарли парень шел. Еще минус два. Не успел убить. Сейчас мне сам отсюда будет ждать. Я так понимаю. Встречаю. Еще может быть. Второго забираем. Тут где-то еще выстрелил, блин, ну, видимо, свой разобрался. А, нет, еще есть. Третий. Ну, повыше поднимемся. Есть еще выстрел. Четвертый где-то тут. Угу, нашли. Я так понимаю, они сейчас Чарли все будут сюда идти. Снова по хп. Не проседать. Вообще движения не вижу. А хотя есть движение, да, вот тут начать. Да, вот он сейчас. Минус. Один вроде был. Мы же еще даже не выше. Ну, как-то обходит меня больше. Вряд ли подставится, еще раз не подставляется. Попадаю один хит, не знаю, убил. По-моему, убил, валяется. Похоже на то. Ну, покемпим немного, Чарли посидим. Что делать? Сейчас, конечно, бы мне больше уже знают, будут чекать. Там парень проходит, но Чарли будет занимать его, походу. Можно небольшое, небольшое прикрытие ему сделать. Захватили. А, и альфа-бет это не наша. И в принципе мы проигрываем, ну немного, конечно, все равно постараюсь тут помочь. Все, на браво зайду поближе. У нас есть. Ужасный спрей. Угу. Его можно убить, он вроде бы не супер попадает. Получилось. Ладно, вижу. Его можно забрать. Но уже стрик такой неплохо получается.
дорога бежит они. Давай засправим. На альфе точно есть. Ну-ка, не на альфу наваливает много дальше. Можно подпушить. Двоих. Ну это найс захват на самом деле. Можно же кто-то еще подойдет. Мне обычно надо дробовать силовиком. Третий он забрал. Сверху, да? Нет, пока. Нормально идем, в принципе. Польза есть. Мы Чарли захватываем уже который раз. У меня, в принципе, нет киллов, по сути. Но я нормально иду по топу. Зачем захват? Хороший минус там был. Минус 3 даже. Снайпер, конечно.